Сегодня мы поговорим про то, как получать доход до 20% по карте Газпромбанк Премиум. Также разберем ее условия, выявим, конечно же, подвохи, если таковые имеются. А главное, ближе к концу видео ответим на главный вопрос, кому подойдет данная карта, а кому ее лучше не оформлять. Начнем с основных условий, которые банк готов предложить для своих держателей. Доставка карты, как заявляет банк, осуществляется в ближайший офис, который вы указывали при оформлении. Главное преимущество карты – это ее платежная система UnionPay, которая позволяет оплачивать покупки за границей более чем в 100 странах мира, самые популярные из которых ОАЭ, Турция, Индонезия и так далее. Также вы сможете получать кэшбэк за свои покупки по всему миру, а именно 1%. А еще по карте можно снимать наличные по всему миру. И да, это бесплатно. Выпуск карты стоит 5000 рублей, но не торопитесь выводами. Далее в видео мы расскажем, как вернуть свои 5000 рублей обратно на базу. А теперь давайте поговорим о подвохах, чтобы не получить кота в мешке. Конечно, банк заявляет о бесплатном снятии наличных, и да, это почти по всему миру. Но не все банкоматы принимают российские карты UnionPay, но это легко выяснить. На банкомате должна быть соответствующая эмблема, но даже без нее он может принять вашу карту премиум от Газпромбанка. Поэтому мой вам совет: лучше заранее припасите с собой наличку 30-40% от вашей общей суммы. Но не забывайте про фишку со снятием наличных, все-таки она как-никак, но работает. А сейчас мы поговорим о кэшбэке и милях. Программа «Умный кэшбэк» позволяет получать до 15% за покупки в категориях с повышенным кэшбэком, если же месячные траты по карте составляют от 150 тысяч рублей. Также доступны варианты кэшбэка с 10 и 7% для меньших сумм. Кэшбэк в размере 7% доступен для большинства клиентов, что делает его привлекательным вариантом. Такой высокий процент на большинство покупок сложно найти в обычных картах. Если сравнивать с другими картами Газпромбанка, здесь предлагаются категории покупок с повышенным кэшбэком, такие как парковки, заправки, ремонт и бытовая техника. Для получения минимального кэшбэка в 1,5% необходимо тратить по карте всего как минимум 15 тысяч рублей. Максимальный размер кэшбэка составляет 30 тысяч рублей. Хорошо, со снятием наличных и кэшбэком разобрались. Что насчет оформления и возврата 5000 рублей за это самое оформление? Начнем по порядку. Оформить карту можно по ссылке в описании под этим видео, иначе возможности вернуть комиссию у вас не будет. Из требований — это иметь возраст старше 18 лет и паспорт гражданина РФ. А теперь про то, как вернуть комиссию. Необходимо выполнить одно из следующих условий. Первое — совершайте покупки от 50 тысяч рублей в месяц первые 3 месяца. Второе. Поддерживайте неснижаемый остаток на сумму 100 тысяч рублей первые 90 дней, а банк вернет ваши 5000 рублей до 20 дня следующего месяца после выполнения условий, то бишь до 20 декабря, если условия выполнялись с сентября по ноябрь. Что касается дополнительных преимуществ, которые предлагает данная карта и которые мы еще не затронули, и то, как получить тот самый заветный доход до 20% от Газпромбанка. Сейчас все расскажу. Банк также дополнительно предлагает бесплатные проходы в бизнес-залы на ЖД станциях и аэропортах, а также персонального менеджера и консьержа 24/7, премиальные зоны без очередей и выделенная телефонная линия, скидка 20% на аренду индивидуальных банковских ячеек. А вот что касаемо дохода, Газпромбанк готов предложить до 20% годовых по накопительному счету премиум на сумму до 10 миллионов рублей. Сейчас данная ставка является чуть ли не самой высокой среди всех банков, поэтому свой плюс копилку карта заслуживает. Исходя из всей информации, давайте разберемся, для кого подойдет данная карта. Карта отлично подойдет клиентам, чей заработок составляет 100-150 тысяч рублей в месяц и выше, а также тем, кто часто путешествует за границей и не только. Такие клиенты могут почувствовать для себя реально массу преимуществ, которые предлагает банк. А чтобы понять какие, разберем плюсы и минусы. Из плюсов — это бесплатное снятие наличных, возможность вернуть комиссию за оформление карты по ссылке в описании под видео, что делает карту по сути бесплатной полностью, кэшбэк 1% за покупку в других странах, а также возможность платить за границей и оплачивать зарубежные сервисы, а также много дополнительных плюшек в виде личного консультанта, прохода в бизнес-залы и так далее. А вот минусы. Система UnionPay работает не всегда и не везде, поэтому лучше берите с собой немного налички и изучайте информацию о той стране, где вы собираетесь пользоваться картой. Может, она там вообще не работает. Если же вам не подходят условия карты Газпромбанка, или же вам они не совсем по карману, тогда мы вам советуем посмотреть это всплывшее видео про лучшие дебетовые карты в 2024 году.